Знают ли украинцы, кто такие айтишники и чем они занимаются? Спасай плейлист ВКонтакте! Закрывают! Кто на самом деле стоит за атакой WannaCry? И насколько глубоко и сильно смартфоны проникли в Украину? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в Take It Easy, шоу о самом главном и интересном в мире IT. Ну а сейчас лайк, репост, сабскрайб и колокольчик дин-дон. Ну что, давайте начнем! Девяностые возвращаются. Не успели мы отойти от фишинговой атаки на Google и PrivatBank, как на тебе. Вирус рэкетира WannaCrypt поставил на счетчик свыше 200 тысяч пользователей в 150 странах мира и принес своим создателям уже более 42 тысяч долларов. Вирус стал активно распространяться по всему миру 12 мая. Сперва он поразил сеть учреждений здравоохранения Великобритании, МВД России, а затем перекинулся на организации в других странах, включая Украину. Вирус блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за их расшифровку. Если на протяжении 3 дней оплата не происходит, цена выкупа удваивается. Еще 4 дня, и все файлы будут удалены. Он поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которой не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость. Microsoft из-за распространения WannaCrypt выпустила обновление для Windows XP, от поддержки которой отказались еще в 2014 году. Уже на следующий день, 13 мая, распространение вируса удалось остановить специалисту по безопасности из Proofpoint Дэриану Хассу благодаря регистрации особого домена. Этот домен программа использовала в качестве аварийного стоп-крана. Если бы я была склонна поддерживать конспирологов, то я бы несомненно решила, что это дело рук самих Microsoft. Вот уж действительно кардинальный способ заставить всех перейти на Windows 10. Как раз в их стиле. А теперь внимательно посмотри на логотип своего компа. Если у тебя HP, тогда, парень, у тебя проблемы. Ноутбуки HP с 2015 года записывали все нажатия клавиш пользователей. Аудиодрайвер, установленный на некоторые модели ноутбуков HP, содержал Keylogger — скрипт, записывающий каждое нажатие клавиши пользователям. Полученные им данные затем сохранялись в незашифрованном файле на жестком диске. Таким образом, любой злоумышленник, кто мог знать, где искать, получил бы доступ к данным вроде логинов, паролей, номеров банковских карт и другой чувствительной информации. HP уже выпустил необходимые патчи, чтобы удалить Keylogger и логфайл. Исправленные драйверы доступны через инструмент обновления Windows и официальный сайт производителя hp.com. Чтобы увидеть, касается ли это твоего компа, лови ссылку на список устройств или проверь у себя наличие некоторых файлов. Каких? Все в описании. Как сказал вице-президент HP Майк Нэш, функция Keylogger была добавлена случайно. Случайно. Случайно? Seriously? А потом всякие Эмми Уотсон удивляются, почему весь интернет мандражирует на их пикантные фоточки. Тем временем, для тех, кто часто ошибается, кажется, найдено решение. Хакер Пэт Нидхэм на TechCrunch Disrupt Hackathon представил уникальный проект CodeCorrect. Цель программы — устранять ошибки разработчика во время написания кода. CodeCorrect вставляет фрагмент JavaScript в код веб-страницы и перенаправляет части кода на локальный Node.js сервер. Затем запрос уходит на API Stack Overflow — системы вопросов и ответов для программистов. Найденный ответ программа меняет на указание и вносит в код исправление. Проект будет полезен не только джунам, но и опытным разработчикам, поскольку сэкономит их время и усилия. Впрочем, взломщики тоже не отстают. Они находят все новые и новые уязвимости для атак. На этот раз на Android. Вымогатели используют уязвимость в системе защиты Android, чтобы показывать пользователям рекламу и устраивать фишинговые атаки. В основе бага лежит категория прав System Alert Window, благодаря которой приложение запускается поверх других. Решение проблемы появится не раньше выхода Android O, а пока угрозу планируют ограничить функцией Tape Application Overlay, которая не позволит размещать другие окна поверх системных. Шах и мат, кулхакеры! По статистике, 45% приложений, использующих System Alert Window, загружены из Google Play. И кажется, Google в отместку
приступает к чисткам и репрессиям. В первую очередь, кровавое истребление обеспечено программам подделков. Компания Google ужесточила правила проверки приложений в Play Market из-за использования названия Google в недавней фишинговой рассылке. Теперь названия приложений не могут копировать имена уже опубликованных программ. Также в Play Market обновили процессы публикации приложений, систему оценки рисков и пользовательские настройки. Так что горе-разработчики приложений теперь могут столкнуться с ошибкой при попытке опубликовать свое недобротное детище. Процесс проверки приложений будет занимать от 3 до 7 дней. Ну и самая главная новость недели. Опять-таки от Google. Они наконец-то поборют дефрагментацию Android, из-за которой процесс выкатывания обновлений для оболочек производителей занимал уйму времени и зависел почти от всех участников рынка. Ну или, по крайней мере, попробуют. Она позволит создавать компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android и выпускам ядра Linux. Теперь производители устройств смогут просто обновить инфраструктуру OS Android без портирования компонентов для поддержки оборудования. Также Treble позволит использовать одни и те же драйверы с различными версиями операционки. Новая модульная система уже запущена на Developer Preview для телефонов Pixel. Для остальных устройств модульная система станет доступной после выхода Android O. Ну и, как говорится, пока печатали номер, ах тонк! У тебя 2 дня, чтобы скачать с ВК любимые фоточки и треки. Ведь уже с 19 мая ВК для Украины заблокирован. Президент Украины Петро Порошенко подписал указ, который предполагает блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к Яндексу и сервисам Mail.ru. Стоп, сегодня что, 1 апреля? А нет, май месяц. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. Под горячую руку попали также сайт Кинопоиск и сайты антивирусных компаний Лаборатория Касперского и Доктор Веб. Да что там, даже 1С попал под горячую руку. В указе отмечается, что доступ будет заблокирован на 3 года. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию адвоката Богдана Рыбия. Адвокат! Адвокат! Популизм чистой воды. Юридическое основание для блокировки доступа к этим сайтам есть, так же, как и юридические основания для обжалования указа президента. Например, я и мои друзья вложили огромное количество средств для развития в соцсетях ВК, плюс реклама в Яндексе. Кто вернет эти средства? Основной постулат – у граждан Украины не нужно отбирать конституционное и конвекционное право на свободный выбор источников информации. Яндекс найдется все, Google, а ничего и не терялось. Пока что большая часть юзеров поддерживают это решение. Посмотрим, что из этого выйдет. И спасибо технологиям за VPN. Ну а мы двигаемся дальше. Кстати, если ты никогда не интересовался, сколько смартфонов в Украине, то следующая новость тебя приятно огорчит. По данным компании NewZoo, на апрель 2017-го в Украине насчитывается более 10 миллионов пользователей смартфонов. С таким результатом наша страна заняла 38 место в топ-50 самых засмартфоненных государств. На первых местах ожидаемо оказались страны с наибольшим количеством населения. Китай, где более 700 миллионов пользователей смартфонов. Индия с 300 миллионами. И США, где 226 миллионов пользователей. Проникновение же смартфонов в Украине все еще очень низкое – 23,5%. К примеру, в других развитых странах оно достигает 60-70%. Всего 23,5%? О, такой! Я думала, смартфоны уже давно проникли в Украину глубоко и сильно. Это были все важные и достойные твоего внимания новости за последнее время. Ну а теперь настало время вывести страну на чистую воду. Кто такой айтишник и как же он выглядит? Что он делал в прошлый вторник? И вообще, и есть ли у него знакомые? Мы смело вышли на улицы холодного города для того, чтобы расставить все точки над «ё» и провести собственное зубодробительное расследование. Прямо сейчас в рубрике «Fuck you». Википедия гласит, что элита в социологии и политологии – неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению. Попадают ли программисты под это определение – решать тебе. Тем не менее, последние пару лет они катаются на гребне хайповой волны, ну, по крайней мере, так говорят. Давайте уже узнаем, у скольких людей есть знакомые или родственники-айтишники. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. О, у меня нет друзей-айтишников. Не, нету. Привет, а у тебя есть друзья-айтишники? А как думаешь, чем они занимаются? Не знаю.
Да. Мы айтишники. В КОС? Нету. Я даже не знаю, что это такое. Конечно, я же там работаю. Итак, 50% респондентов ответили, что у них нет знакомых айтишников. 40% сказали, что есть друзья-компьютерщики. И 10% — это, собственно, сами программисты. Мы решили пойти дальше и выяснить, знают ли люди, что же делают за компьютером эти загадочные айтишники. Это в основном программным обеспечением и разработкой программного обеспечения. Они делают сайты, не знаю, компьютеры чинят. Такого плана. А как вот устанавливают Windows? Это люди, которые очень хорошо разбираются в компьютере. Пишут программы. Они там, их не специализация, насколько я тоже понимаю, граничится абсолютно по разным направлениям, но они занимаются разработкой их сайтов, каких-то программ, технологических программ, ну и продают их за границу, насколько мне известно. То есть работа связана с технологией, компьютером, знанием английского языка. 15% респондентов не имели ни малейшего представления, чем конкретно занимаются айтишники, а остальные 85% примерно знают, какие основные задачи выполняют программисты. Но вот что люди точно понимают, это то, что компьютерщики получают зарплаты плотными пачками франклинов. Зарплаты у них неплохие, 30 тысяч, может быть меньше, может быть больше, от квалификации это зависит. Ну, я думаю, если это хороший действительно айтишник, то это не меньше 2000 долларов. 20 тысяч, например, гривен в месяц. У айтишников есть такое деление, там, juniors, middle, senior. Ну вот senior, если до него дорасти, то до 5000 долларов уже зарабатывать. Если это junior, там, IT-специалист, который только, это в порядке от 600-800 долларов, тире, до выше 4-6 тысяч долларов. Ну, средняя зарплата – это 2 тысячи долларов. В зависимости от опыта работы в основном, но это, если так предполагать, то средняя зарплата где-то от 2,5 тысяч долларов и до 4. Если взять все стереотипные формулировки, кто же такие айтишники и чем они занимаются, то можно собрать эдакого Франкенштейна от мира информационных технологий. Ты же программиста? Он может подчинить телефон, ноутбук, стиральную машину, написать сайт, мобильное приложение, искусственный интеллект для робота, по фотографии вылечить вирус, по телефону определить, почему ничего не работает, и на расстоянии заправить принтер. Да я теперь супергерой! Так что на десерт мы решили выяснить, как же в действительности люди представляют себе типичного современного айтишника. Арма, у меня телефон сломался, почини, ты же айтишник. Микроволновка сломалась, помоги, ты же айтишник. Стереотипом создано такое мнение, что они в очках, они замкнутые, они стеснительные, не выходят никуда. Но на самом деле нынешние айтишники в современном мире очень даже нормальные парни, с которыми можно общаться и дружить, знакомиться, встречаться. Good looking, glasses on the nose, sympathetic. Я не сказала, що можна виділити якийсь типовий вид, вигляд. Всі вони різні. І так на вулиці навряд можна побачити людину і сказати точно, що це айтішник. Він ухожений. Ну, не задрот какой-нибудь. Ну, як прийнята у всіх така асоціація айтішник, він там якийсь постійно худенький, сидить за комп'ютером. С немытой головой, то ну тут нет. Ну, насколько мне известно, это ребята такие в кофтах, таких запачканных, не выходя из-под компьютера, кушают бутерброд с длинными волосами, обязательно очки. Ну, люди довольно-таки свободные, любят вольный график. У них свой юмор, ну, скажем так, они во всех вещах видят, как бы они объясняют по-своему, как-то вот как по-программному, скажем так. Вот. Ну, в основном это очень хорошие люди, очень умные, и мне кажется, что за ними будущее. Итак, всего лишь 5% из опрошенных представляют себе айтишника как некий собирательный образ прямиком из 80-х. Остальные же респонденты понимают, что вряд ли можно узнать айтишника в толпе. А что, по-твоему, из себя представляет современный айтишник? Пиши в комментариях, что ты об этом думаешь и как часто сталкиваешься в своей работе со стереотипами. Хочешь предложить тему, о которой нам стоит рассказать в следующем выпуске? Хочешь выплеснуть всю ненависть к моим очкам? Хочешь нас конструктивно обругать или не менее конструктивно похвалить? Комменты! Не хочешь? А ты захоти и поставь лайк и колокольчик теребонькни. Помоги нам на сложном пути ко всемирному господству. Кстати, уже в пятницу жди крутой репортаж с Киев как Найт, на котором ты узнаешь, как собственными руками создать искусственный интеллект. А на сегодня все. Увидимся. Па-па!